15-летняя азербайджанка Фидан Гусейнова станет почетной гостьей международного музыкального фестиваля «Жара Kids». Как сообщает «Спутник Азербайджан», церемония награждения состоится 10 октября в Москве. На сцену выйдут номинанты из России, Казахстана, Беларуси, США, Украины и других стран. Помимо Фидан, на ней выступят звезды российского шоу-бизнеса Ирина Дубцова, Егор Шип, Даня Милохин, Полина Макс, Юлия Барановская, Аня Покров и другие. Фидан уже находится в Москве и готовится к своему выступлению. Академия «Жара Kids» – это уникальная профессиональная продюсерская платформа для детей и тинейджеров. Благодаря этому проекту творческие дети проявляют свои таланты в медиаиндустрии, развиваются и становятся настоящими звездами в шоу-бизнесе нового поколения. Фидан Гусейнова – президентская стипендиатка, участница многих международных конкурсов. Имя певицы включено в Золотую книгу талантов Азербайджана. О ней стали говорить после того, как во время бакинского концерта Лары Фабиан девочка вышла на сцену дворца Гейдара Алиева и исполнила дуэтом со звездной гостьей легендарную песню «Жетем». В 2017 году Гулиева стала первой на международном фестивале искусств «Тестен Арт Баку», а также заняла третье место на фестивале «Санремо Джуниор». В 2018 году представляла страну на детском международном конкурсе «Евровидение». Que tu t'en fous.